Чарговые этапы у реконструкции головной транспортной развязки Могилева. 5 дней рух по Пушкинским мосте был припынен. Будовники вели бетонные работы по правой полове моста. Запланованный объем выполнены. С понеделка обновленный транспортный рух. Подробности у Павла Савицкого. Транспортные потоки города вернулись у звуклую каляину. На протягу 5 дней каля 130 будовников працевали у круглосуточном режиме. Новый этап реконструкции – подрыхтовка правой половы моста для асфальтобетонного покрытия. По словам специалистов, на сегодняшний день на реконструкцию Пушкинского моста засвоено прикладно каля 100 миллиардов белорусских рублей. Выполнено 25% от агульного объема работ. И зараз проводится опошнее подрыхтование для укладки асфальтового покрытия. Те необходимые работы, которые были запланированы, выполнены. Это было принято нами бетона, порядка 240 кубов. Выполнена, если вы видели со стороны Орджоникидзе, канализация, которая без закрытия вообще невозможно было выполнить. В ближайший час будовники усталюют бетонную огороджу пешеходной частки моста. Необходные элементы завезены. Параллельно проводится гидроизоляция бетонных конструкций, прокладка сувязи. По словам специалистов, правая полова моста будет открыта для руха транспорта у красовику. Павел Савицкий, Александр Тарасов, Новина регион.